17 часов московское время. Всем здравствуйте. Это YouTube-канал «Популярная политика». Меня зовут Нино Расибашвили. Я рада приветствовать всех, кто пришел на прямой эфир программы «Честное слово». Тут в чате предполагают, может быть, Тихон Дедко не гость, а ведущий. Но, к сожалению, ведущая пока я. А Тихон Дедко, главный редактор «Дождя», у нас в гостях. Очень рада приветствовать Тихона. Тихон, привет. Да, добрый день. Приветствую всех. Да. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к Тихону, я, конечно же, их задам, но, понятное дело, вопросы должны быть хорошие и интересные. А мы пока давай с тобой начнем. Во-первых, поздравляю с возвращением «Дождя». Не было возможности сделать это лично в прямом эфире, и чат наш присоединяется. Спасибо. Очень рады, что «Дождь» снова в эфире. Добра должна быть много. Должно быть много, об этом пишут у нас в чате. Давай к новостям с тобой перейдем. Буквально вот только-только приходят новости о том, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам все-таки внесено на обсуждение в ЕС. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Хебштрайт. Как ты вообще реагируешь на эти новости? Что бы ты мог сказать на этот счет? Я реагирую на эти новости следующим образом. Я думаю, что такого запрета не будет. Я думаю, что этого запрета не будет в формате Европейского Союза. Я думаю, что определенные страны, тем не менее, будут продолжать вводить ограничения, как это уже сделала Латвия. И не только Латвия. Мы знаем, что получить шенгенскую визу российским гражданам сегодня в разы сложнее, чем, например, в январе или в декабре. Я понимаю тоны тех, кто выступает с подобным предложением. Я понимаю опасения тех, кто выступает с подобным предложением. Одновременно с этим, когда я слышу аргументацию в стиле коллективной ответственности, в стиле «все, кто хотели выехать, уже выехали», и в стиле присутствия в странах ЕС привилегия, мне кажется, это аргументация, не выдерживающей критики. Более того, мне кажется, что подобное решение, если бы оно было принято на каком-то общем европейском уровне, оно имело бы абсолютно контрпродуктивный эффект. Ведь идея, если послушать некоторых западных европейских и, в первую очередь, наверное, восточноевропейских политиков, идея заключается в том, что российские граждане не смогут выезжать за пределы Российской Федерации и останутся там, и повлияют на развитие событий внутри страны и будут способствовать тому, чтобы уже завтра или еще вчера закончилась война, и вообще в России сменился политический режим, и все изменилось. В реальности, с одной стороны, российские граждане будут уезжать за рубеж, просто они будут выезжать не в Европу, а будут выезжать в Турцию, на Ближний Восток и в Африку, например. А с другой стороны, если люди будут ограничены и в этом еще, то я думаю, что эффект будет совсем. Люди предпочтут находить какой-то комфорт в России, у себя дома. Не как ситуацию с репрессиями и репрессивным государством это не сможет поменять. Получается, ты не согласен с Владимиром Зеленским, который, собственно, одним из первых на этой неделе довольно громко заявил, что следует всех россиян вернуть в свою страну, и пусть они будут там, пока они не перепридумают философию своей жизни. А кто или что тогда должны повлиять на российский режим и должны спровоцировать перемены изнутри? Или это должны быть какие-нибудь силы снаружи? Ну, во-первых, что касается согласен или не согласен с Владимиром Зеленским, это такая довольно странная была бы история полемизировать с президентом Зеленским, особенно учитывая, что он является не президентом какой-то страны в безвоздушном пространстве, а он является президентом Украины, на которую напала Российская Федерация. А помимо президента Зеленского, эту тему обсуждают и предлагают многие другие.
И поэтому не в качестве полемики с Зеленским, а просто оценивая это предложение, да, я с ним не согласен. Я считаю, что это предложение неправильно. Я помню, что после войны между Россией и Грузией 2008 года, через несколько месяцев после этого, тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили отменил визы для российских граждан в Турцию, в Грузию, прошу прощения. Каковы были у этого последствия? Последствия заключались в том, что в Грузию начали ездить россияне и смотреть на то, что ситуация там, она отличается от той картинки, которую рисует российская пропаганда. Россияне туда съездили, их не съели, ими не набили тесто, не сварили хинкали и даже не сделали из них ни одного хачапури. Они увидели, что их там гостеприимно встречают, им там рады, и россияне, как таковые, не являются проблемой, а проблемой является правительство страны, которое устроило тогда эту пятидневную войну, которой на днях исполнилось 14 лет. Что касается второго вопроса, то я был бы, наверное, очень счастливым человеком, если бы у меня был на это однозначный ответ. Что должно произойти? Я не знаю. Я думаю, что это должна быть очень терпеливая, очень настойчивая, очень упорная, очень кропотливая работа по различным направлениям. Вот я знаю, например, чем занимаемся журналисты телеканала «Дождь». Мы занимаемся информированием и в каком-то смысле просвещением. Мы понимаем, что огромное количество людей в Российской Федерации, а мы именно жители Российской Федерации считаем своей главной аудиторией, они просто не знают, что происходит. Так случилось. Не случайно генпрокурор Краснов на днях сообщил в интервью газете «Коммерсант», что сколько там больше 20 тысяч ресурсов было заблокировано после начала так называемой спецоперации. Мы же понимаем, что они были заблокированы ровно для того, чтобы люди не получали информацию. И это работает. Так вот, наша работа заключается в том, чтобы этому помешать, чтобы люди знали, что в реальности происходит. Наивно полагать, что российская власть столь монолитна и столь устойчива, что она не интересуется общественным мнением. Это не так. Российская власть очень внимательно за этим общественным мнением следит. И определенные свои решения отменяет или видоизменяет, исходя из того, как общественное мнение настроено. Вот наша задача, в частности, информируя людей, общественное мнение менять, объясняя значительной части российского населения, которая вроде как все понимает, я в этом абсолютно убежден, что это не про него, что это с ним не связано, что это война, которая где-то далеко, далеко идет. Поэтому мне кажется, что, возвращаясь опять же к вопросу, я думаю, что это кропотливая и долгая работа изнутри и извне, но в конечном счете, конечно, все перемены и все изменения, они будут происходить с участием под руководством и по воле граждан Российской Федерации, вне зависимости от того, где они находятся, в России или за ее пределами. Ну, справедливости ради, конкретно в Грузии, особенно в последнее время, особенно после 24 февраля, все-таки антироссийские настроения стали звучать громче, и возникали самые разные предложения о том, что все-таки стоит вернуть обратно визовый режим. Слушайте, я прошу прощения, что я перебиваю, но что такое антироссийское настроение? Я прожил в Грузии 4,5 месяца. Четыре месяца я прожил в Грузии после того, как мы уехали из России. За это время я слышал одну историю о том, как моя коллега сказала, сев в такси, здрасте, ей сказали Russian, она сказала yes, ей сказали goodbye, она вышла из такси. Я слышал несколько историй, как людям из-за того, что они, российские граждане, отказались сдавать квартиры. Все мы видели сейчас громкую историю про Дедаэна бар, в котором, значит, от россиян требуют что-то, заполнять какие-то бумажки, и кто-то еще где-то сталкивался с какими-то неприятными историями. Все. Я очень часто с антироссийскими настроениями сталкивался в Российской Федерации, когда российские граждане в мой адрес проявляли антироссийские настроения, скажем так. Просто здесь это связано с тем, что есть огромная беда, есть огромное горе. И часть людей ассоциирует то, что делает руководство Российской Федерации, с российскими гражданами в принципе. Но это не является массовой историей.
является историей, заключающейся в том, что вам опасно ходить по улицам, за русский язык вас, значит, отхлестают по щекам и по губам или что-то еще. Какие-то инциденты, они всегда, всегда и везде неизбежны. К вопросу об антироссийской риторике. Мария Захарова тут недавно выступила с довольно сенсационной информацией, которую вы, конечно же, тут же опровергли. Тем не менее, попрошу у тебя комментария в прямом эфире. Мария Захарова обвинила журналистов «У дождя» в сотрудничестве с латвийскими спецслужбами. Якобы некоторым журналистам пришлось чуть ли не по 5-6 часов говорить с сотрудниками госбезопасности, латвийской службы госбезопасности. Как ты думаешь, откуда эти слухи, зачем Мария Захарова распространяет откровенные фейки? Ну, там еще помимо того, что мы проходили 5-6-часовые собеседования, допросы, по-моему, или собеседования, не помню точно. Помимо этого она еще сказала, что по итогам мы подписывали некие соглашения о сотрудничестве. А откуда это? Мы знаем прекрасно. Мария Захарова об этом сказала в эфире у Владимира Соловьева, по-моему. Она сказала, об этом гудит вся Латвия. Я только что выходил на улицу. Не гудит? Там был ветер, но этого гул, что я сейчас не в центре города. Возможно. Но если говорить серьезно, то, конечно, это откровенная ложь. Никто никаких собеседований не проводит, только я иногда провожу собеседования с новыми сотрудниками, и то пока не так часто, как хотелось бы, в силу пока не очень больших ресурсов телеканала «Дождь». Зачем это делается? Все абсолютно очевидно. Это делается для дискредитации. После того, как «Дождь» вернулся в эфир и перезапустил свою работу, после этого Мария Захарова написала уже 3-4 или сколько-то там постов в своих социальных сетях, посвященных телеканалу «Дождь». Они очень внимательно его, в смысле телеканал «Дождь», смотрят, потому что они знают, что телеканал «Дождь» в свою очередь смотрит зрители. И они знают, что телеканал «Дождь», возвращаемся на 5 минут назад, распространяет всю ту самую информацию, которую они своими репрессивными методами пытаются от российских граждан скрыть. Идея заключается в том, что они расскажут, что мы сотрудники латвийских спецслужб, или, значит, не сотрудники, а просто какие-то, значит, младшие, не знаю, младшие агенты, и энное количество наших зрителей, прочитав это сначала в социальных сетях у Марии Захаровой, а потом увидев это в эфире программы на телеканале «Россия», в следующий раз, увидев материал «Дождя», скажет: «Я не верю этому, потому что они агенты латвийских спецслужб». Идея заключается в этом, она абсолютно понятна. Другое дело, что мне кажется, что Мария Захарова в этом, и, впрочем, уже не впервые, проявляет свои антироссийские настроения, считая российских граждан какими-то глупыми валенками. Они таковыми не являются, я абсолютно убежден, что что абсолютно большинство российских граждан на подобное не ведет. Давай тогда вернемся с тобой не на 5 минут назад, а на много лет назад, когда еще «Дождь» работал в России, и не было закрыто радиостанциях Москвы, и «Новая газета» выходила в печатном виде, и «New Times» печатался, были эти журналы еженедельно. Было довольно много средств массовой информации, как будто бы у россиян был выбор. Они не были в этой изоляции, не были под этим куполом, которым их сейчас накрыли, это очевидно. Почему, как тебе кажется, тогда информация была неинтересной, и почему сейчас она должна быть интереснее, чем тогда, и почему сейчас у нее будет больше влияния на умы читающих и слушающих, чем тогда? Ну, потому что информация сейчас будет интереснее, потому что... Как звучит этот грустный мем в интернете? А что случилось? Потому что 24 февраля что-то случилось. И хочешь или не хочешь, вовлечен ли ты сильно в информацию или не вовлечен, и в новости, и в какие-то политические события, так или иначе на тебе это отражается. Ты не смог получить визу. У тебя, значит, с тобой перестали общаться твои родственники из Украины. Ты не можешь расплачиваться Apple Pay, у тебя пропала твоя подписка на Netflix, и так далее, и так далее, и так далее. Все понимают, что происходит нечто, нечто
непонятное для многих, потому что с 24 февраля люди перестали получать много в большом количестве в виде журналов, газет и всего прочего достоверной информации. Но как бы происходят какие-то тектонические события кругом. Поэтому, конечно же, чем больше будет у людей источников информации, тем лучше. Одновременно с этим, это очень правильный вопрос, который заключается в том, а почему же люди заинтересуются? Есть интересная история, которую мне недавно рассказывал французский политик, и его зовут... Я сейчас у него фамилия, его зовут Бернар Гетта. Он депутат Европейского парламента. Он был корреспондентом в Москве в перестроечной, постперестроечной, перестроечные годы. Он был корреспондент в одной из французских газет в Москве. И он, когда мы с ним об этом говорили, он мне привел очень интересную аналогию. Он мне рассказывал, что когда была война в Алжире, во Франции не было закона о запрете дискредитации как там, действий французской армии в Алжире. И во Франции прекрасно себе выходили газеты, и работало радио, и все прочее. И там раскрывали те преступления, которые французская армия совершала в Алжире. И тем не менее, по социологии, а в демократическом государстве, коим является Франция, социология с гораздо большей степенью доверия можно относиться, чем в нынешней России. Так вот, абсолютное большинство предпочитало... Почему? Потому что если простите, ты начинаешь предпочитала, замечать преступление, предпочитала, что просто связь пропадала. Творит твое государство... Да. Да, предпочитала, да, и на самом важном слове. Моей, да? Я прошу прощения. Предпочитал не замечать, потому что если ты замечаешь и видишь, что твое правительство твоей страны совершает преступление, то это сразу перед тобой ставит определенное количество вопросов. Что я с этим делаю? Как я могу на это повлиять? И в нынешней российской действительности, когда ты себе ставишь такой вопрос, ты понимаешь, что каждый ответ хуже следующего. Например, я выйду на митинг. Ой, нет, спасибо. Меня, значит, выгонят с работы, побьют, арестуют. Я уеду за границу. Но как же я уеду? У меня, чем я там буду заниматься? У меня там нет работы, у меня нет денег, а вообще у меня здесь бабушка болеет, и вообще теперь еще и визы не выдают. Или еще что-то подобное. Лучше я буду молчать и не интересоваться. Тем более же я ведь никого не убиваю. Я ведь не голосовал за президента, который... начал эту войну. Поэтому я лучше буду сидеть в домике. И в этом смысле наша задача, помимо прочего, заключается и в том, чтобы люди не теряли интереса к этой войне, чтобы война не рутинизировалась, чтобы война не становилась новой нормальностью, а она таковой становится неизбежно всегда и везде. Но нужно делать так, чтобы она таковой не становилась, потому что каждый день происходящего отбрасывает нас всех на несколько, не знаю, недель или месяцев назад и разрушает наше будущее, приводит страну к деградации. И в этом смысле, мне кажется, что очень и очень важно делать так, чтобы люди этим интересовались, заинтересовывать их. Знаешь, очень хорошо проиллюстрировала вот то, как внезапно война врывается в жизнь. Буквально вот вчерашние разные кадры, особенно видеозаписи, вот этих взрывов в Крыму, когда люди просто лежали на пляже, и моментально сразу у них испуганные голоса, они все побежали. Буквально там секунду назад они мирно лежали под солнцем и думать не думали об этой войне, возможно. И вдруг сразу резко все подскочили. Но... до того, как там что-то взорвалось неоднократно, и дождь вещал, и разные другие ресурсы, там в том числе популярная политика. Получается, что только какие-то взрывы могут взбодрить людей, заставить их непосредственно этим интересоваться? Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, нет. Какой прекрасный ответ. Значит, с одной стороны, да, несомненно, когда
когда война приходит в твой дом или приходит в то место, где ты находишься, ты на нее сразу обращаешь внимание. С другой стороны, мне кажется, что определяющий в том, что сегодня происходит, является интонация, является тот разговор, тот тон разговора, который вы выбираете для разговора с разными людьми. Не нужно думать, что все люди в одинаковой степени априори интересуются новостями. Это страшное словосочетание – интересоваться новостями, когда речь идет о ежедневных смертях, разрушениях, потере домов и всем прочем. Но, тем не менее, это имеющий право на существование словосочетания. Так вот, не нужно думать, что все люди в равной степени новостями интересуются. На протяжении лет, на протяжении более двух десятков лет российская власть все делает для того, чтобы российские граждане потеряли интерес к новостям. Почему? Потому что все врут, потому что я ничего не решаю, от меня ничего не зависит, поэтому... А еще в плюс к этому растет доллар, растет рубль к доллару, дорожает нефть, соответственно, я могу обеспечить себе комфортную жизнь. Поэтому зачем интересоваться? И понятно, что прилетевший снаряд или взорвавшиеся боеприпасы где-то рядом с пляжем, где ты отдыхаешь, они сразу тебя возвращают в реальность. Но есть и другой путь. Этот путь называется слово интонации. И с этими людьми нужно таким образом разговаривать. Нужно понимать, что кто-то не знает, кто-то не хочет знать или не хотел знать, кто-то не верит, кто-то верит, но не пропускает в себя в силу большого количества причин. Этих людей нужно не то чтобы понять, а нужно понять, что с ними нужно особый абсолютно разговор. Потому что если вы будете с ними говорить абсолютно так же, как вы говорите с заряженными политически, информационно вашими зрителями, моими, нашими, неважно, какими угодно еще, то они просто ничего не поймут, потому что вы будете говорить на разном языке. Этот человек уже 30 лет не интересуется новостями. А тут вы приходите и говорите, слушай, а здесь то, и это, а еще вот это, а еще вон то. Если же вы ему скажете, старина, это война, она есть, и на самом деле она тебя тоже касается. Знаешь почему? Он говорит, нет, я не знаю, я тебе сейчас расскажу. В общем, это очень-очень-очень-очень длительная, очень работа, в которой отсылка к тому, что как же прежде они это не поняли, когда было «Эхо Москвы» и всем можно было пользоваться без VPN-ов, эта отсылка здесь, на мой взгляд, не работает. Ну, с другой стороны, точно так же они могут спросить, а что вы делали 8 лет? По факту, не знаю, признаешь ли ты, например, такую ошибку абсолютно. За... Давайте об этом поговорим. Да, за независимыми медиа, которые... Это я моделирую, да. Которые просто все эти 8 лет не обращали внимания на пропаганду, потому что, ну, мы же не дураки, то, что они там устраивают шоу, это было понятно с самого начала. Конечно, но в итоге оказалось, что сработало. Нет. Нет, это, во-первых, это сработало. Во-вторых, я абсолютно убежден, что просто никто из нас не... Ну, в смысле, не никто из нас, а давайте я буду говорить за себя. Я недооценивал масштаб эффективности этой пропаганды. Как бы это были какие-то смешные, нелепые люди, которые утверждают, что Земля плоская, а на следующий день утверждают, что она квадратная. Если через день они скажут, что она треугольная, то просто я еще больше посмеюсь. На самом деле, конечно, это потрясающим образом работало. Да, нужно это признать, к сожалению. Ну, честно говоря, мне кажется, есть три журналиста, которым нет никаких вопросов. Это ведущие программы Fake News, которые все эти много-много лет... К ним вообще никаких претензий. На самом деле, здесь как бы... На самом деле здесь претензия тоже может быть, потому что как бы когда программа Fake News прекрасная, я очень люблю, что ее любят зрители даже. Программа Fake News, она о том, что это какие-то смешные чудики. А беда заключается в том, что эти чудики в какой-то момент, а мы этого не заметили, превратились в военных преступников. И мы это пропустили. И мы продолжали к ним относиться как к каким-то странным чудикам. А они уже совсем в другой касте.
Не знаю, относишь ли ты Марию Владимировну к этой категории людей. Просто в чате, конечно же, спрашивают, будет ли «Дождь» все так же приглашать к себе в эфир Марию Захарову. Будете? Да, конечно. Мы будем приглашать в эфир Марию Захарову. А можешь объяснить? Абсолютно убежден, что Мария Захарова не будет входить в эфир «Дождя». Да. Так, а зачем она вам? Вот, допустим, она согласилась. Слушайте, нравится вам или не нравится, нравится мне или не нравится, мне не нравится. Но Мария Захарова является официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации. Это российское ведомство, к которому прислушиваются определенное количество людей. У Марии Захаровой довольно большой фан-клуб в ее социальных сетях. Я не знаю, насколько это все настоящая история или они слеплены из пластилина, но... Судя по всему, есть. Эти люди, они существуют в своей ситуации изоляции. Назовем эту изоляцию захаровской изоляцией. Но, тем не менее, их Мария Захарова интересует. Если где-то она появляется, они там появятся. Потому что они как бы поедут с ней на гастроли на телеканал. Но просто на этих гастролях будет совсем другая концертная программа. И там будет все то, что Мария Захарова не слышала в виде вопросов. И они не слышали в виде вопросов в других средствах массовой информации. Это во-первых. И, соответственно, будет важно услышать ее ответы. А зачастую не ответ является более убедительным даже, чем сам по себе ответ. С другой стороны, слушайте, мы работаем журналистами. И наша задача заключается в том, чтобы в любой ситуации получать комментарии у участников, значит, событий. Вот и все. Мы же не задаемся вопросами, зачем Sky News недавно взял интервью у Пескова, или зачем Стив Розенберг на Петербургском экономическом форуме взял интервью у Сергея Лаврова. Ну вот в равной степени, мне кажется, что вопрос, как вы можете брать у нее интервью, она все равно соврет, мне кажется, что этот вопрос неправильный. Потому что одновременно с этим здесь же существует еще вот какая вот проблема. Я об этом очень много переписывался с подписчиками телеканала «Дождь», которые всякий раз, когда появлялись у нас в эфире какие-то депутаты, министры, министров давно не было, но депутаты, какие-то чиновники, та же самая Мария Захарова говорила, зачем нам это здесь, мы это можем увидеть и в эфире федеральных телеканалов. Но здесь две проблемы. Во-первых, как я уже сказал, на телеканале «Дождь» это совсем другие гастроли Марии Захаровой, чем на федеральном телеканале. А с другой стороны, довольно опасно строить себе альтернативную реальность. Очень хочется построить мир, в котором нет хамоватых чиновников МИДа, военных преступников Симонян, Соловьев и прочее, значит, депутатов, которые от бессмысленных инициатив теперь переходят просто даже к опасным. Но эта альтернативная реальность, она не будет соответствовать тому, что происходит. Это будет, ну вот как пропаганда строит альтернативную реальность, где у нас все супер, то мы построим другую альтернативную реальность, где у нас все будет тоже очень хорошо, но просто выйдя на улицу, мы увидим, что все иначе. Нет. Задача наша, телеканал «Дождь», является в том, чтобы предлагать нашему зрителю картину дня. Иногда в этой картине дня будут довольно неприятного цвета и неприятного запаха какие-то части картины. Но что поделать, картина такая, какая она есть. Знаешь, я тут могу, наверное, перевернуть твой ответ, потому что все-таки господин Песков и господин Лавров, они, ну как бы корректно их назвать, они все-таки часть внешней картины для условного того же американского зрителя. А для российского зрителя, российского потребителя информации, это, с одной стороны, вроде как непосредственные субъекты. С другой стороны, ими практически переполнено это информационное поле. И плюс еще, знаешь, я зацепилась за твою фразу, которую ты произнес в разговоре с Вадимом Родионовым на YouTube-канале «Грянул Грэм». Как раз вы обсуждали историю с закрытием федеральных каналов в Латвии. И ты сказал следующее. Нет никакой возможности с этим спорить, надо запрещать. Тебе не кажется, что примерно это же справедливо и в контексте российских чиновников, учитывая, что на самом деле мало кто из них субъектен, и все-таки есть один человек, чьи слова они повторяют просто каждый на свой манер? Нет, мне кажется, что это разные вещи, потому что просто
просто по форме это разные вещи. Потому что когда речь шла про запрет вещания российских телеканалов, мы тогда говорили про Латвию, речь идет о том, что есть готовый продукт. Этот готовый продукт распространяет дезинформацию. Если бы на телеканале «Дождь» появилась программа «Час Захарова» или «Пятиминутка Шойгу», в рамках которого они выступали с проповедью, то, конечно, здесь не было бы никаких вопросов. Но тут речь идет про профессиональную работу журналиста, который будет этим людям задавать вопросы. Насколько мы считаем или не считаем их субъектами или не субъектами, каждый определяет для себя. Имеет ли смысл говорить с кем-то вообще, кроме Путина? А с другой стороны, имеет ли смысл говорить с Путиным? Имеет ли смысл вообще с кем-то говорить? Мне кажется, что несомненно, в эфире профессионального медиа должны звучать представители стороны, про которую ты говоришь. Вот она так называется, официальный представитель российского медиа. И поэтому, возвращаясь с самого начала, мы будем ее приглашать, но я абсолютно убежден, что просто Мария Захарова будет публиковать у себя в телеграм-канале скриншоты переписки с нашими продюсерами, добавляя это какими-нибудь веселыми смайлами или какими-нибудь ггг, просто потому что она боится, что ей зададут те вопросы, на которые ей сложно будет ответить. Ну, конечно, теперь очень хочется услышать дебаты или какое-нибудь интервью Марии Захаровой на «Дожде». Поэтому, если вдруг Мария Владимировна нас сейчас слушает, пожалуйста, я думаю, что Тихон будет счастлив с вами поговорить в прямом эфире. Давай продолжим. Есть еще одна такая история, довольно важная история с Мариной Овсянниковой, про которую долго все гадали, кто она. Шпион, агент, просто внезапно проснувшийся, там, не знаю, человек, активист и так далее. И сегодня как будто бы часть этих вопросов отпала, когда в 6 утра к ней заявились с обысками. Сейчас сообщает ее адвокат, что ближайшую ночь Овсянникова проведет в изоляторе временного содержания на Петровке 38. Ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Какие выводы можно сделать из этой истории? Вообще, какое значение было у этой истории, учитывая, что прошло уже очень много времени с того дня, когда Марина Овсянникова вышла в пикет, да, с пикетом в прямой эфир. Мы продолжаем о ней говорить. Как ты видишь эту ситуацию сейчас, вот на данном этапе? Ну, я просто хочу сказать, что я не гадал, кем является Марина Овсянникова. Мне как-то с самого начала все было понятно, что она не является ни агентом Кремля, ни агентом СБУ, ни агентом службы госбезопасности Латвии, ни кого-то еще. Сейчас такие... Это тоже отчасти к тому, как нас приучали и приучили ничему не верить. А на самом деле ситуация очень простая. Марина Овсянникова, вот для нее наступила некая вот эта вот точка, после которой она принимает решение, что она больше не может там работать и хочет высказаться так, как она может. И она делает это так, как она сделала, выйдя в эфир Первого канала с плакатом. Это, несомненно, очень смелый поступок. Поступок, который заслуживает всяческого восхищения, на мой взгляд. И я к этому ровно так и отношусь. После этого, я уж не знаю почему, Марину Овсянникову выпустили из страны, и она какое-то время находилась за ее пределами. Ответ на это, на самом деле, вот я говорю, не знаю почему, ответ на это у меня, наверное, тоже есть. Нам свойственно считать, что российская репрессивная машина – это очень слаженный механизм, который работает как часы. Но это не так. Российская репрессивная машина состоит из коррумпированных людей, не очень умных, которые не сразу составляют все точки в единую картину. И вот тогда, значит, они почему-то решили ее не задерживать. Потом для меня была не очень понятная история, когда Марина Овсянникова на Западе стала едва ли не героем российской журналистики. Она даже не являлась журналистом, но стала и стала. Как бы, не вижу в этом никакой проблемы. Дальнейшее ее возвращение в Россию, насколько я понимаю, это было связано с детьми, и это огромная драма, что она вынуждена была вернуться, чтобы принимать участие в этих
судебных процессах, и даже несмотря на это и на свое уязвимое положение, она продолжила выходить с одиночными пикетами, что сегодня является также огромным поступком, и также это вызывает, вызывает уважение и восхищение тем, что она это делала. Очень, очень, очень жаль. Жаль, это такое довольно и не несущее в себе много смыслов слова, но тем не менее очень жаль, что в итоге все пришло к тому, к чему пришло. Я надеюсь, что хотя бы ее сейчас не отправят под арест, а изберут ей какую-то меру пресечения, но, конечно, за эти одиночные пикеты свои она не должна и секунды находиться под стражей. Очевидный вопрос, но как тебе кажется, почему она все-таки стала единственной, кто решился на подобный шаг? Единственной, кто не побоялся громко сказать о том, что она против? Ну, мне совсем сложно на это ответить, потому что я же не знаю, что у людей в головах. Но я думаю, во-первых, мы просто... Вернее, не так. Мы знаем, что она не единственная, кто уволилась. И мы знаем, например, телеграм-канал Романа Супера, которому пишут сотрудники федеральных средств массовой информации. И как раз из тех, кто ему пишет, не уволившись, и описывает свою ситуацию, мы часто понимаем, что с чем связана их неготовность увольняться или громко говорить. Ипотека, дети, работа, невозможность устроиться куда-то еще, страх преследования. Это же все очень понятно. Люди живые, как бы это так. Это не является там как в какой-то степени оправданием, но это является объяснением. Одновременно с этим я не считаю военными преступниками людей, которые работают на каких-то незначительных позициях на федеральных каналах. Ведущие новостей, да. Их шеф-редакторы, которые им верстку пишут, несомненно. Но как бы, большое количество людей, которые просто никуда не могут деться. И при этом они испытывают... все те же чувства, что и многие из них испытывают все те же чувства, что и мы по поводу этой войны. Смотри, за границей в итоге с 24 февраля оказались не только журналисты, причем вынужденные такой эмиграцией, но и многие политики, причем часть из них уехала сильно давно, учитывая, что в России не то чтобы до 24 февраля были свободные выборы и расцветали там демократии и различные институты. Наверняка ты слышал о некотором количестве конгрессов, съездов, где принимают участие самые разные российские оппозиционные деятели, политики, активисты. И так далее, и так далее. Как ты воспринимаешь все эти собрания? Есть ли в них смысл, как тебе кажется? Я не могу сказать, что я очень пристально за этим слежу, но, конечно, я за этим слежу. И мне кажется, что собрания бывают разные. Но мне кажется, что у самых громких из этих форумов у них есть одна самая главная проблема. Это проблема отсутствия эмпатии. Это проблема отсутствия желания понять, а что там, собственно, испытывают вот эти люди, которые остаются в Российской Федерации. Это отсутствие эмпатии к тем, кому страшно, к тем, кому больно, к тем, кому больно молчать, к тем, кому больно не иметь смелости выйти на площадь. Вот это чувство, вернее, отсутствие чувства, это мое личное впечатление, по-моему, сквозит в некоторых из этих мероприятий. Ярким референсом здесь является заявление Гарри Каспарова в рамках одного из этих мероприятий, что каждый, остающийся в России, несет ответственность, я не помню сейчас уже точно цитату, за эту самую страшную войну. И это, возвращаясь к началу разговора, это чертовская контрпродуктивность того, что на самом деле заявлено. Мне кажется, что главной задачей этих форумов, помимо конкретной помощи беженцам,
Я сейчас вообще не говорю про Украину. Мы сейчас говорим про российских граждан. Так вот, помимо конкретной помощи людям, которые выезжают из России, бегут, помимо этого, это должно быть выстраивание какого-то правильного диалога с людьми, которые находятся внутри страны. Потому что люди, которые находятся внутри страны и которые выступают против войны, они очень легко могут оказаться в сетях этой пропаганды. Потому что если они будут слышать, значит, их будет мочить государство, а параллельно их будут мочить еще из-за рубежа, рассказывая, что они недостаточно смелые. Потому что мы-то в Вильнюсе смелые, будут говорить эти люди. Мы здесь говорим, что Путин устроил войну, а вы там у себя в Москве, вы на это не решаетесь. Так вот, с легкостью, оказавшись между двух огней, они пойдут к тому, что ближе. И с этими людьми, мне кажется, очень важно выстраивать диалог, потому что это залог и будущего тоже. Но и помимо этого, конечно, эти форумы должны, мне кажется, всяческую помощь оказывать украинским беженцам, помогать им, помогать всем, чем только можно. Слушай, ну вот тут как раз, несмотря на то, что ты провел определенную такую разделительную черту и сказал, что говоришь не об украинских беженцах, а скорее и только о тех, кто остается в России и выступает против войны, все равно эти две картины как будто бы нельзя воспринимать в отрыве друг от друга. Потому что каждый раз, когда ты говоришь, что человеку, который остается в Москве, ему страшно. Вот Марине Овсянниковой было не страшно, и сейчас ее могут посадить там от 5 до 10 лет. Никто не стремится в российскую тюрьму добровольно, потому что это страшное место. Но тебе говорят, а вот люди, которые жили в Буче, они тоже, знаешь, не хотели этого. Но как-то им И пришлось это все это, вынести. несомненно, не, но я прошу прощения, я тебя перебью. Я же специально просто разделил свою фразу на две части. Я сказал отдельно сначала. Сейчас я Так, тогда давай убираю в сторону украинских вторую часть беженцев фразы. и сказал про тех, кто находится в России. Но помимо этого, чем я, собственно, завершил свою предыдущую фразу, что, конечно, все эти форумы, они должны помогать всем, чем только можно, украинским беженцам, которые по вине российского правительства покинули свои дома. Ну и тогда последний вопрос. Все-таки как-то так получилось, что начиная там с 2020 года антилукашенковские выступления в Беларуси, они как-то очень рифмуются с антипутинскими, вот анти вообще, в принципе, антидиктаторскими движениями и внутри России. Как-то так получается, что Россия то догоняет Беларусь, то в каких-то моментах ее обгоняет и так далее. Это какая-то такая параллельная спринтерская гонка у них получается. Беларусь все-таки в части вопросов, конечно же, Россию пока еще обгоняет. И вот тут буквально вот на днях в Вильнюсе и были съезды и белорусской оппозиции, они учреждали там Да. объединенные переходные кабинеты. Какое у тебя это вызывает чувство? Как тебе кажется, может ли такая модель сработать и подойдет ли она, например, российским политикам? Это хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Мне кажется, что никакая калька не работает. Нельзя сравнивать протесты в разных странах, удачные с неудачными, пеняя, вот смотрите, у нас удачно, а у вас нет. Нельзя сравнивать деятельность политиков в изгнании друг с другом. Всюду абсолютно разные контексты. Понятно, что так или иначе политики за границами своих стран, они много занимаются налаживанием международных контактов. И в этом схожие явления. Но чего, на мой взгляд, не должно быть, и в чем не нужно равняться на белорусскую оппозицию, представителей, которые я страшно уважаю, мне кажется, не нужно равняться их в том, что им очень сложно договориться между собой. На этом конгрессе в Вильнюсе, который проходил в понедельник и вторник, во вторую годовщину событий, ну, это вторая годовщина президентских выборов в Беларуси, там много обсуждался конфликт между Кала
и, соответственно, с одной стороны, и Тихановская, и, если я правильно понимаю, Латушка с другой стороны, это все ни к чему абсолютно. Мне кажется, что всем нужно договориться сейчас между собой, достичь своих целей, а потом уже в конкурентной борьбе на парламентских, президентских и каких угодно еще выборах у каждого будет возможность друг с другом свои счеты свести. И последний вопрос из чата. Айрат тебя спрашивает. Тихон, рассматриваете ли вы предложения по новым проектам в эфире «Дождя» и куда можно написать по этому поводу? Пишите мне, у меня в моем телеграм-канале есть моя почта, так что ее легко найти. Вот, с радостью рассмотрим. Спасибо большое. Тихон Дедко, главный редактор телеканала Спасибо вам. «Дождь», был гостем программы «Честное слово». Друзья, поддержите, пожалуйста, наш эфир лайками, комментариями, просмотрами. Перешлите ссылку тем, кто пропустил наш с Тихоном разговор. Было, конечно, много всякого разного внутрипрофессионального, но что поделать, может быть, удастся со временем создать какую-то идеальную формулу и удастся достучаться до тех, кто продолжает жить под куполом и продолжает игнорировать происходящее. Меня зовут Нинор Сибашвили. Большое спасибо всем, кто был со мной в прямом эфире. Всего доброго, до скорой встречи и пока.